Друзья, всем привет, с вами Михаил Рудеев и канал Boston Technic. На обзоре DT75. Полностью в рабочем состоянии. Возможно, конечно, требуются какие-то капиталовложения. Но собственник уверяет, что техника рабочая. На текущий момент завести технику не удастся. Так, разряжен аккумулятор. А сам трактор уже не использовался год. Год выпуска, к сожалению, неизвестен. Два года назад капиталился двигатель. Есть некоторые запчасти на этот трактор. Друзья, напомню, нашу технику можно приобрести как лизинг, так и кредит за наличные средства и без НАО. Рассматриваем варианты обмена. Сейчас, друзья, заглянем в кабину. Кстати, запчастей есть полностью вот этот блок запасной. Давайте, друзья, посмотрим кабину. Сиденье, конечно, нужно поменять будет. Привести кабину в порядок. Они волокут, они все подружились, они вот такую глубину все делают. Не, я понял, да, я не о том подумал. И там 20 лет. Ну, трактор простоял год, поэтому, естественно, тут все в пыли. Так что, друзья, кто заинтересовался, звоните, пишите. Будем с вами договариваться на более детальный осмотр трактора. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока.